Ну что ж, друзья, я наконец-то решился делать обзоры на мультиверсы. И вот первый разбор. Приступаем. В этом видео будет очень много интересного. Мы выходим из камеры вертолета и видим подземную базу Дреймана. Да-да, это выход к той самой базе, на которую напали в позапрошлой серии. Это деталь спасла жизнь некоторых из Дреймэнов. Дальше камера в зеленой рубашке подходит к базе, и мы видим надпись, которая гласит: «Подземная база Дреймэнов», но, как вы видели, это экстренный выход наружу. Дальше дверь открывается, но мы видим тоннель, который, скорее всего, пробурили Дреймэны. Двери открываются, и вот наш поп-камерамен с другим камерамэном заходит. Это же Дреймэн, ура, они выжили. Но лишь некоторые. Он бежит, хромает и спешит. Все бегут. Кто-то падает от обессилия. Кто-то пытается отбиться от этого скибиди, который прямо сейчас появился на экране. Но, как мы видим, он дрели непробиваемый. Наш герой бежит. И скибиди с него хватает за руку. Но кое-как он выжил. Он поднимается, но... Тут Дреймэн уже потерял руку, и мысленно он оплакивает своих братьев, погибших там на базе. Но эти стальные дреймэны ломают дверь, но у них нет столько силы, чтобы проломать такую тяжелую бетонную дверь. Все входят в корабль, но Дреймэн закрывает дверь за тем, чтобы они не выигрывались. Но, как видите, не все бывает так гладко. Поп-камерамен говорит: «Пошли». Мысленно, что случилось? Пошли скорее. Но скибидисты прилетают первыми, чем камерамены успевают улететь. Все взрывается. Но если обратить внимание, то, скорее всего, там один из Дреймэнов выжил, потому что он не зашел. Пишите в комментариях ваше мнение, почему он не зашел. И у меня есть две версии. Либо он предатель, либо... У Дреймэнов есть чуйка. Мы видим скибиди туалета, похожего на телевизиончика. Но это не он, а может быть только семейство телевизиончиков. Скорее всего, эту штуку разработали серийно для этих семейств скибидистов. Дальше появляется наш любимый и пробивает фанеру нашему циклопу. Как выясним, это циклоп. Сейчас покажу. Тот скибидист тоже не из робкого десятка. Он даже встает и показывает, кидает лампас и завораживает стекло. Циклоп швыряет его и понимает, что с ним возиться не надо. Пуф Камеровер берет его под руку и уводит на базу Дреймэна, чтобы хоть как-то спастись. Втроем окруженные со всех сторон скибидистами, они заперты в тупике, казалось бы. Но вот незадача. Тут не про все. Открывается дверь. Причем скибидисты ее открыть не могут, как мы видим. И это, как его называют в простом народе, ассасин Дреймэн. И левый на спине я так и не смог разобрать. Если узнаете, то напишите. Как видите, он достаточно сильный, чтобы валил этого циклопа. Агенты в шоке с него. Но тот их прерывает. Скибидисты Валери, как называют их, Холибам. И с ними надо что-то делать. Но Дреймэн дает волшебный кубик, который мы видели у Кавамана Титана. Сейчас я скажу, откуда он у него. И... Тут начинается самое эпичное. После того, как агенты телепортируются, Дреймэн хочет отомстить за всех. И начинается самое эпичное. Но обратите внимание, то, что нас отсылают к всяким разным боевым искусствам и разным фильмам с показами таких сцен. В этой схватке Дреймэн выдыхает, но тут тишину прерывает крик Титана Боровика. Yeah.
идти скорее к нему. И он сползает на гору. И очень ловко. Мы видим предыдущий эпизод, конец предыдущего эпизода. Тривумен и остальных скибетистов. Но, скорее всего, думаю, что скибетисты не сдержат свои слова, потому что, как видите, там динамит. И тут появляется Тривумен. И да, я сейчас расскажу кое-какую теорию. Знаете, почему у этого Тривумена меч этого ассасина Дреймана? Да потому что у них контракт с Тривуменом, поэтому у него есть и кубик Рубика. Договор закончился, агента на базе, и Тривумен отдает меч. Серия заканчивается на этом, но заканчивается только часть этого эпизода, начинается другая часть. Мы видим другого Карандашмена из 19 серии. Как видите, он уже не просто брызгает чернилом в свои руки, а вставляет и ручку в отсек. Тот мы видим в виде хакеров, которые один из них принес обед. Он замечает что-то неладное, вернее, слышит, потому что не видит нашего агента. Он заскакивает в фотомен, и мы видим, как здесь все оборудовано. Хотел бы обратить внимание, чего не обратил ни один ютубер. На компьютерах написано ОКП. То есть, как помните, у меня тему Робокоп. Так это и есть та самая компания Умникоп, которую меня так называют, и другие и тоже ее так называют. Но вернемся к теме. Пока хакеры обедают, кто-то положил папку в этот отсек, который мы видим. Он осторожно убегает туда тоже ужинать. Мы видим то, что написано G1 Апокалипсис. Помните G1 из 4 серии? Скорее всего, это про него. Серия заканчивается. А дальше теория. Я думаю то, что G1 Ассасин придет и поможет как-то освободить Титану Боровику, что надо делать, и как-то спасет G1 незаметно. Но это только моя теория. Не думайте, это не 100% правда. Я не знаю, там студио тоже в лицо. Думаю, нам покажут, как эти три агента, которые спаслись, то есть камерамен в зеленой рубашке, Вантазмен и Дрэмон с оторванной рукой, сдадут этот кубик и ТВ-меном, и дальше Дрэмона починят, Вантазмен немножко поправится, и Дрэмон в зеленой рубашке все расскажет Альянсу, что с ними произошло, что может рассказать и другие агенты. На этом наш разбор подходит к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и смотрите другие мои видео. Всем спасибо, всем пока.